Павлодаре жаркая погода, термометры зашкаливают. Метеорологи отмечают, что 25-26 мая температура в районе 34-38 градусов по Цельсию. Согласно данным, такой максимум был зафиксирован еще в далеком 1980 году. Придет ли похолодание на смену жаре и как спасаться от палящего солнца? Подробнее в сюжете. Погода в мае больше похожа на середину июля. Столбики термометров не опускаются ниже 30 градусов. Подобная аномалия связана с интенсивным выносом теплых воздушных масс с территории Средней Азии и Ирана, отмечают метеорологи. Однако они добавляют, что жара не продлится долго. В связи с прохождением северо-западного циклона 26-27 мая ожидается усиление ветра с порывами 15-20, местами 25 метров в секунду. В городе Павлодар 15-20 метров в секунду. Также ожидается понижение температуры днем до 18-23 градусов. Ночью 5-10 тепла. В конце мая и начале июня ожидается дождь и гроза. Лето прогнозируют не жарким и дождливым, но не исключены и жаркие дни до 38 градусов тепла. В такие дни легко можно получить солнечный удар. В группу риска попадают маленькие дети. Как обезопасить себя и своих детей? Есть много советов. В первую очередь, ношение головного убора обязательно для всех, неважно, дети это либо взрослые. Обязательно должен быть адекватный питьевой режим. То есть детки должны вообще потреблять очень много жидкости в 2, а то и в 3 раза больше, чем они пьют обычно. Как бы и взрослым тоже так надо, потому что потери, которые у нас с потом идут, их нужно восполнять потом в дальнейшем. На улицу все же выходить надо, однако стараться попасть в промежутки до 11 утра, либо после 4 часов дня, когда нет солнечной активности. И главное, получив солнечный удар, не стоит заниматься самолечением. Важно сразу обратиться к врачу. Сабин Рахимбай, Ниязбек Смагулов, Досымбек Токай, Иртыш Ахпарат.